Ну и смотрим самые интересные фрагменты из этого матча. Естественно, прежде всего, забитые мячи. Итак, счет на 44-й минуте. Батарев открыл, получил мяч, развернулся и бабахнул девятку над плечом Калмахилидзе. Мяч пролетает, здесь просто вратарь не успел руки вскинуть. На это у него не было времени. Но вскоре гости отыгрались, причем в формате 4 на 4. Антон Соколов. Соколов-младший выиграл борьбу, скатил мяч Хамадиеву. И Хамадиев с близкого расстояния на 46-й минуте сравнял результат. Тюменцы на 47-й минуте снова вышли вперед. И я здесь свое слово сказал Соколов-старший Андрей. Он поразил ворота Калмахилидзе. 2-1. Ну а за меньше чем минуту до окончания встречи Хамадиев все-таки принес ничью Синари. Смотрим еще раз, как бьет Соколов. Наверное, чуть-чуть в том эпизоде тюменцы не успели вернуться назад. И чуть-чуть потеряли позицию. Вот здесь оставили одного. Прямо напротив ворот Абрамова. Абрамов с близкого расстояния бьет, выручает команду. Голкипер Миодрак Аксентьевич. Ну и Хамадиев уже в пустые ворота буквально заносит мяч. 2-2. Боевая ничья.